мне в руки трос. Привет, передавай. Всем подписчикам. Как это знаешь? Подписочники. Всем привет. Артём, выше, рывком, да? Да, я чувствую сейчас, да. Что, ребят, весенняя охота, она есть весенняя охота. Такие вот красивые колесья. Доехали мы, я не знаю, вот дальше. Такая вот ситуевина. Понятно, что мы можем встрять. Пойдем пока песочком сходим. Вон ребята уже пошли. А там разберемся, что с этим всем делать. Сегодня день перед открытием охоты. Мы с ребятами нагрузились, набрали вот таких вот сумочек. Никто, как говорится, не пойдет пустой. Андрюша тоже нагрузил. Усянутый.ру. Да, можно и так сказать. Короче, пойдем сейчас вон туда. Не знаю, ребят, что не говорите, конечно, весенняя охота. Она может быть и сложная в плане физики. Тяжело ходить, тяжело таскать. Далеко ходить, далеко таскать. Но, блин, тот настрой, который есть в душе, его не отменишь. Вон, ребят, дошли, думали по лайту, и все в обратную сторону. Ищем путь, ищем дорогу, идем на заветную присаду. Вон там далеко сидит гусь. Километров полтора, по нашим прикидкам. Дальномер не берет. Сними максималку пока. Ага, а сейчас дальше-то будет поглубже. Детеныш черепашки-ниндзя. В родной среде пытается нащупать брод. Итак, найдены следы пребывания гуся. Ну, мы как-то, в общем-то, и в бинокль видели издалека, что они здесь. Теперь мы сюда каким-то образом вот добрались, слава богу. Доперли вот мы наши чучела. Сейчас сначала раскидаем. Ну, к сожалению, нас не очень много, не столько, сколько хотелось, примерно 150-170 штук. Вот здесь будем ставить городок, вот здесь сейчас чучела находится. Ну и будем прикидывать так, что вот, вот это место мы будем оставлять для присады, и чуть-чуть вон там, где сухо, скажем так, раскидаем часть чучел вдоль воды, часть в воду и вот с этой стороны. То есть вот это у нас будет присада. Будем надеяться на то, что они на зеркало будут садиться. Либо вот сюда, грубо говоря, вот за наш скородок, вот здесь будем ставить скородок. Либо вот, чтобы они вот сюда садились. Здесь тоже есть водичка. Как мы видим, гусь-то по-любому здесь есть. Помимо того, что мы видели глазами, что они примерно сюда садятся. Так что все, сейчас будем вот тут расставляться. Чуть позже поставим скородок. Конечно, здесь, блин, такая ровная местность. И скородок будет в какой-то мере пугать. Но я думаю, нормально все должно быть, потому что все-таки все равно здесь пролет. И манками мы тоже будем работать довольно-таки изрядно. Ладно, болтать хватит, пойду расставляться. Смотри, тут
будет весь городок. Вот да. Здесь? Не, вот прямо на дороге поставим. Да. И он будет заходить. Он, видишь, колея идет, он не будет бояться. Скородок. Так, Андрюх, вот этих сейчас вот тут расставим, да, короче, да. По берегу. Поставляем еще одну присаду. Это зона посадки будет. Здесь у нас гвардия. Туда гвардию поставим, зона посадки здесь сделаем. Скородок будет прямо на дороге. Так, а скородок будет вот здесь, где я стою, да? Потому что просто реально невозможно выкопать. Ну, все видят, наверное, жижа. Поставим скородок здесь, и вот на эту лужу он тысячами заходит, и будем его здесь встречать уже. Mm-hmm. То есть, чтобы людям было понятно, Андрей, да, смотри, мы делаем как бы часть вот сюда. Часть растягиваем сюда и немножечко в воду. Скородок у нас здесь, и как бы вот эта часть у нас будет для посадки, да? То есть вода. И если вдруг кому-то на воду не захочется, то, соответственно, вот у нас вот здесь вот это место, он сможет за нас садиться. И мы надеемся, что мы его над нами будем бить. Правильно я объяснил? Конечно, над нами будем бить. Ну все, значит, давай тогда вот это сейчас будем выставлять вот здесь. Эта присада у нас уже стоит. Все, окей, поехали. Хватит балаболить, надо работать. Смотрите, парни, какая сказка. Вот так вот стоят у нас чучела. Водичка, отличная лужа. Пожалуйста, вот еще расстановочка. Все, огонь. И гусь здесь пер. И следов его пребывания мы видели. Здесь хорошая присада. Ну, короче, думали, что сказка, да? Но, блин, еще вчера мне сказали, что я такое изображу. Я бы не поверил. Смотрите. Показывает, это стрёмно. Блять, вы видели этот сарай? Надеваться некуда было, мы приехали ночью, блин, нам надо что-то было изобразить. Из того, что было, я ее слепила, как говорится, ну и плюс у нас людей нормально было. Ну, поняли вы, да? Утром мы немножко просрали свое счастье. Не успели по-темному. Ну, а дальше, соответственно, все налетающее видел вот этот вот наш сарай. И мы, конечно, набрали грибов от сосиновиков. Так, пацаны. Ем. Да высоко. Есть один. Есть, есть, есть. Да, только мы это, который есть. Ну, надо за ним идти. Нет, 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 рано. Ем. Есть один. Есть. Он сел. Сидит, сидит, надо добирать. Ну что, вот и я встрял. Сейчас меня мазик будет тащить. Не знаю, лебедка или как. Трос у него знатный, хороший. Надо выезжать. Сегодня ночуем с комфортом. Раскладушечки. Соседи у меня вот тут будут. Сейчас водку пьянствую. Я что-то не хочу. Так вот будем чевать. Это этот же одиночка, блин. Раз, два, три.
Как так бывает, да? 100% просранный гусь, пацаны. Поздравляю вас. Вон они. Вот, вот, вот. Видишь? Готовимся, готовимся. Раз, два, три. Еще идут сзади. Когда прямо над нами идут, старайся на них лицо не поднимать. Для них лицо как красная тряпка. Пацаны, вот сейчас над башкой пойдут, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это нам высоковат. Те кружат, те кружат. Заходит. Заходит. Но будто опять высоковат. Бери ружье. О, на посадку идут, вообще красиво. Вот эти где? Готовимся. Раз. Нет, нет, нет. Ну, далековато. Ага. Не нервничаем, сейчас все будет. Готовимся. Вот оттуда. Вот направление. Готовимся. Вот эти? Да. Маленькие? Нет, нет, вот далековат. Сейчас они подвернут еще ближе. Макс, а? Следи вот за этими. Вон двойка, двойка, тройка. А мы смотрим за другими. Прямо, 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 вот. Высокие. Ну они не к нам хотят. Смотри, что делают, а? Работать будем? Да, будем, будем. Готовься, сзади. Раз, два, три. Есть. Я попал. Ай, молодцы. Смотрим, смотрим, куда упали. Смотрим за всеми. Сначала заряжайте, потом все остальное. Так, налетов нет? Гуманоид, парни, гуманоид жирный, как я люблю. Там еще один упал, да? Да, вот. И вон, тот, да? Дальний. Да-да. Но пока подбирать, конечно, это... Ну, а? Поля, красавчик. Я следующий попал, вон. Эту, я уже зарядился. Идут двое. Высоко, но посмотрим, что с ним будет. Ты уж нас извини, то, что мы... О, сзади, сзади, сзади. Над головой наш пролетает. Ой, боже, сколько их. Ну, все высокие. Да, да, все высокие. Пацаны,
наверное, заходит трех. Ой-ой-ой, сколько. Они нас видят все. Разворачиваюсь. Ага, идут к нам. Ох, ебать, еще идут. Че, ты пошел забирать? Пока тишина, за это скажу. Сейчас дождь начинается чуть-чуть. А? Дождь начинается, и мне кажется, утки полетят сейчас. Всяк может быть. Давай-давай, попутно ветру в горбатую спину. Не теряй время. Маршрут себе разработал самый короткий. Вот Ренат, брат, пошел за гусями. Один у нас заброшен. Вот лежит один. И вон лежит второй. Один зайдет. Хорошо идет. Вот он долгожданный усёк-то. Хватит его за горло. Ренат, покаж! Отлично. Давай второго. Приятно же, да, когда вот уже с гуськами-то идешь. Ну, мне точно приятнее, я в лужу не лазил. А Ренат немножко напрягся. Ну, блин, я рад вот так бы был напрягаться, только ходи с гусями. Ну-ка, давай-ка я тебя на фоне чучелов-то, ах, красиво. Нарядно же. Сказка. Все. Ну, не потопчешь, не попользуешься. Ну что, собираемся? Пока, гусь. Давай сетку снимай.